Ребята, Днепропетровск, набережная. Были свалены на свадебной церемонии в Ведьмин палате. Решили после свадьбы прогуляться по набережной. Ну, вот такая набережная. Вот там, наверное, Самвел. Валя, вот там, наверное, Самвел где-то живет, да? Вот там, где-то вот там Самвел живет. Ну, не будем его искать. Фонтанчик такой. Фонтанчик. Ты же бачиш, фонтан лебедь называется. Это шия, а то Крым. Как ты говоришь, фонтан лебедь, да? Лебедь называется. А я не знала. Ну, я не знала, благодаря Богу там знала. Оце ж якось кажуть, що там якось ці до Крил, ну, вау, кузьманики, якось вони там двигаються і кажуть, що він Крилом не машет. Ну что-то не двигаются, да? Ну не часто двигаются, ну якось. А вон два теплохода, видишь, ездят. Один и он второй, и полно людей. Вон там написано прогулка на теплоходе. Ну вот все ж причал. Ну, я ей кажу, мы оплачиваем все. Это не бійся, скільки платить. Амурський мост. Так якраз немає. А вот тут, наверное, центральный новый мост. Ну вони оплачували. Дальше. Да. Кума наша Анжела. Да, мы сумки. Алла, которая с нами ехала. Да. И мы же назад ее заберем. Да? Да. Не, оставим тут. Выкинем. До Лиды. Там какие-то вкусности продают. Наверное, не вкусности, а быстрее всего сувенирчики. Гостиница Днепропетровск еще с советских времен. Наверное, так и ремонт не делали ей до сих пор. О, а что это вы с голубочками тут, да? А сколько же сфоткать? 20 гривничков в кадр. Так, а я сфоткаю. Валя, ты не хочешь поддержать голубочку? Да, на ваше. 20 гривен птичка в кадре. Птичка в хате? В кадре. А, в кадре. Кораблик плавает красивый. Такие фонтанчики маленькие, детки бегают, ноги мочат. Вон Валя красивая. Валя! А ну, попозируй, Валя. Ну, плов варят. Какие-то поделочки тут продают. Ложки, вилки. Молода? Да. А, да ладно. Где там ее искать, ту молодую? А, вон какая-то свадьба тоже сидят. Это что? Другого? Это баба-девка перевертыш. С одной стороны баба. Баба-девка перевертыш? Ну, перевертыш. Баба-девка называется. Баба перевернем. Перевернем. Ну да, интересно. Это два состояния. А вон те пуфики. Можно садиться и отдыхать. Столики, пуфики. Набережная Днепропетровск. Тут покруче чуть-чуть, чем Днепродзержинский, да? Да, не чуть-чуть. Мальчик пилиликает на сопилке. Это ресторан. Ресторан какой-то, да. А где Анжелка?
Дензелочка наша. Да, там много у нас уже всего. Что тут у вас за ноты на асфальте за ютуб? Что? Что-то у вас на ютубе, канал в ютубе, да? Да. Подпишемся на все. Надя, вам напоминалочку. Спасибо. Доброе, доброе. Счастливо вам, да? Это заходите к нам на канал, это самое, ну, Андрей Валя. Андрей Валя? Да. А, ну там, там же выйдет. Да, да, да. Понятно, хорошо, будем иметь в виду. Хорошо, Андрей счастливо. Валя. Отлично. Вот еще такие пуфики на траве. Места для отдыха хорошие. Там дальше вон, вообще молодежи много. Решила идти отдыхать за столики, да? Вот за что ты, вот за что, наверное. Нет, это не понятно, что так оно плавает. Оно плавает. Нет, оно не плавает. Нет, оно не плавает. Нет, серьезно, оно не плавает, Тань. Плава. Не, оно качает, да, качает. Качает, да. Пошли туда. Да. Кому-то не важно, когда качает. Качает, качает. Да, я тоже. Так, не понравилось, да, потому что качает. Не, она только что она плавает. Уточки плавают. Ну, ну, она чуть-чуть качает, да. Мы туда, мы передумали. Качает уже. Не нравится, что качает. Ты полюбила мой голос, что утром прошепчет родная. Ты засыпаешь так скромно, а я все еще не понимаю. Ай-яй-яй-яй-ю, ай-яй-яй-яй-ю. Я не знаю, почему она полюбила меня. Ресторанчик на воде. Одна компания выбрала столик. Так вы что, тут свадебный стол будете накрывать или что?